Почему вы нарушаете, стоите? У вас проблесковые маячки не включены, не говорит. Я же сейчас ехал, у меня запись есть, инспектор. Нет, закройте, висять на работу, я заставляю. Да что вы оформляете? Сзади стоит старший, ему обратитесь, пожалуйста. Отдел. Сзади стоит. На личной машине, что ли? На личной машине. Инспектор, сзади, можно ваши документы посмотреть? Почему? Дверь закройте, мою работу не мешайте. Хорошо? Инспектор, вы не ругайтесь. Документы не, можно не посмотреть? Не, дверь закройте, я... За что вы водителя оформляете? За что водителя оформляете? За что? Да. Вот, 63, 8, час 1, нарушено за стоп-знак. У вас доказательства есть? Есть. Вы ему предъявили? Да. Вам предъявляли доказательства? Не снимайте меня. Инспектор, закройте. Инспектор. Я вам еще раз, дверь закройте. Вы предъявите доказательства? Вы не мешайте мою работу. Я хочу ему помочь. Я не мешайте. Юридическую помощь, инспектор. Юридическую помощь сразу уходит, ну, водитель, потом он там сами. От адвоката не отказывайся, сразу там снизу в протоколе написано. Они должны тебе сегодня предоставить его. Хорошо, вы судье предоставили, правильно? Инспектор, подождите. У них доказательств нету, можешь даже их не слушать. Пиши в протоколе. Не согласен с нарушением, правильно? Нет, потому что нет доказательств. Хорошо. И я ничего не нарушал. Можно ваши документы, инспектор? Не мешайте моей работе. Я еще раз говорю, не мешайте моей работе, уважаемый. Дверь закройте. И в следующий раз не нарушайте, инспектор. Кто? Вы. Не нарушаю. Как вы не нарушаете? Хорошо, встретимся. Хорошо. Землю буду. Снимайте. 639 КР. Кто там? А инспектор здесь старше? Сказали, здесь он сидит. Нет, просто ваши нарушают здесь. Я подъехал, им предупреждение сделал. Что? Хорошо. А ваши документы можно посмотреть? Мою? Нет. А что это? Ну просто, чтобы знать, кто здесь был. А? А вы кто будете? Я с общественного объединения СА. Я вам покажу. А вы мешаете мне работать? Как вас мешаете? Александр Александрович. Не мешайте работать, пожалуйста. Я вам не мешаю, инспектор. Вы не мешаете, вы людьми не стоите. Нет, я просто проезжал, смотрю, у вас машина с нарушением стоит. Вот подъехал, замечание вам сделал. Замечание стоит. Не мешайте просто. Видите, людьми же стоит. Я понимаю. Ваш документ, придите ваш. А вы меня останавливали, чтобы я вам... Ну, почему без причины вот просто так снимать? В каком законе написано, причины, что? Вы же на госслужбе. Хорошо, почему мешаете нам нашу работу? Я вам вот не мешаю. Вот здесь стоите, вот дверь открываете просто так. Это почему? Вы же, инспектор, открыли. Хорошо, хорошо. У меня же все на камере есть. Хорошо. Вы специально, да, открыли. Почему снимаете просто так? Почему? Я не нарушил. Александр Александрович. Я вас, ладно, уважаю. Вот вы. Работаете вы. Да, для гражданских людей. Ну не надо так, а где мы? Нет, я просто подъехал замечать. Вчера, да? Вы же здесь тут позавчера стояли. Да, вот позавчера. Тоже вот так, не надо там? Здесь, мы тоже работаем. Я понимаю вас. Вы просто включите аварийку или проблеску. Аварийку выключили, стоит. Нет, он же здесь стоит аварийку. Я проехал. Как мы на обочине стоит? Стоит он на обочине стоит. Вы что, сейчас выявляете или предотвращаете это точнее? Да, вот здесь стоит стоп-знак. Это получается вы выявляете, потому что оттуда я выезжаю, вас не вижу. Видите? У вас не включено, не проблесковый маячок. Если нас видно будет, кто не будет такого нарушать? Тогда вы выявляете, получается. Инспектор. А вы должны предотвратить это все. Чего вы сгибли? Сами подъехали? Да. В законе у меня статья, первая статья в гражданском кодексе, не имеет права. Я предупредил, он видел же то, что я снимал. Не, я подошел, не, постучал. Не включенном виде вы должны предупредить сперва. Да. Потом включить. Всего на нарушение. Если где-то отражается. Нет, вы же на госслужбе. Я понимаю. Я понимаю. Вы можете идти, как вы? Александр Александрович. Можете идти, Александр Александрович. Я свободен. Да. Не мешайте. Можете. Хорошо. До свидания.